Дождь со снегом и понижение температуры воздуха до минусовых отметок заставили садоводов Шымкента изрядно поволноваться. Фермеры опасаются, что поздние холода уничтожили часть урожая фруктов. Это стало особенно губительно для косточковых плодовых деревьев. В этом саду подсчитывают ущерб от неприятного сюрприза погоды. Больше 20% фруктовых деревьев плоды не дадут, говорят аграрии. Хотя десятки рабочих делали все возможное для того, чтобы спасти урожай. И так происходит уже не первый год. При цветении обязательно у нас такой вот катаклизм бьет. У нас четверть этот абрикоса и сорт яблоки, которые заморские хотели их. Остальные еще яблоки еще не проснулись, но процент на 20 мы где-то потеряли. Битва за урожай развернулась практически во всех фруктовых садах мегаполиса и Туркестанской области. По ночам температура опускалась до минус 7 градусов, жалуются аграрии. Они пытались сохранить растения, зажигая костры. И так несколько ночей подряд. Наша ночь. Садовая ночь. Последние три года постоянно поднимается вопрос о агрострахование именно фруктовых садов. Здесь вместе с Министерством сельского хозяйства нам надо очень серьезно поработать над путями этого агрострахования. Сейчас уже, наверное, урожай 50% уже действительно погибнет. В городском управлении сельского хозяйства уверены, поводов для беспокойства нет. Большую часть урожая все-таки удалось спасти, а потери сильно не отразятся. Поэтому о финансовой помощи речи не идет. 500 гектаров садов в Шымкенте не хватает, чтобы обеспечить весь город фруктами, поэтому продукцию привозят из области еще. Непогода на цену не повлияет. Мы считаем, что потерь было немного. Вот только сами садоводы не так оптимистичны. Они считают, что молодые яблоки, например, все же придется продавать подороже, ведь их теперь не так много. Сильно пострадал и абрикос. Но точные потери из-за похолодания станут понятны только после окончания сбора урожая.